На выставке «Мир климата 2018» мы предлагаем потребителю уникальное решение в области электрического отопления. Это конвектор, электрический конвектор Electrolux Transformer. В нем установлен новейший нагревательный элемент «Hedgehog», который разогревается на 20% быстрее аналогов и имеет высокую энергоэффективность, КБД практически 99%. У потребителя имеется возможность выбора блока управления электрическим конвектором, и он может выбрать механический блок управления, электронный, или блок управления с возможностью управления дистанционно по Wi-Fi с инверторным управлением впервые. Уникальная технология применена в области электрических конвекторов. Экономия электроэнергии составляет до 30%. Точное плавное поддержание температуры позволяет настроить микроклимат помещения без резких перепадов. Также возможность установки настенного или напольной установки или настенного монтажа. В базовой комплектации у прибора имеется и настенный кронштейн, и ножки-колесики. Донгл, который можно приобрести на любом этапе отдельно, устанавливается в блок управления электрическим конвектором Digital Inverter. И при помощи него можно управлять с мобильного приложения Electrolux Home, изменяя температуру в обогреваемых помещениях. Также можно отслеживать потребляемую мощность электрических конвекторов и настройки индивидуальной температуры в зависимости от предпочтений потребителя. Вторым вариантом использования можно приобрести донгл с датчиком присутствия, и конвектор, понимая, находится ли потребитель в помещении или отсутствует, будет сам включаться на установленную температуру. Потребителю хорошо известны типы нагревательных элементов, которые используются производителями электрических конвекторов. Наверное, всем известен был стичевый нагревательный элемент, который имеет вот такую игольчатую структуру. Теновый нагревательный элемент, где на площади металлической трубки одето специальное ребрение для увеличения площади поверхности. Мы же предлагаем рынку уникальный нагревательный элемент, который выполнен вот в такой X-образной формы. То есть нет плоской поверхности, на которой могла бы оседать пыль. В процессе работы прибора горение пыли не происходит. Элемент абсолютно прозрачен по вертикали и имеет максимальную площадь поверхности, что немаловажно для повышения увеличения теплоотдачи. Запатентованная технология, которая используется только в электрических конвекторах Electrolux, применяется впервые на российском рынке. Впервые производители электрических конвекторов получили возможность дать потребителю максимально эффективный, комфортный и бесшумный нагревательный элемент. Скорость выхода на рабочую температуру составляет 75 секунд. При этом нагревательный элемент имеет самую низкую температуру поверхности. Особенностью данного нагревательного элемента является то, что он компактнее на 20% аналогичных аналогов, которые представлены были на российском рынке до появления нагревательного элемента Hedgehog. И благодаря этому удалось разместить мощность 3 кВт в стандартном корпусе электрического конвектора. То есть внешний корпус конвектора не увеличился по габариту. Это очень удобно при напольной установке. Он занимает минимальную площадь помещения. Но поверхность нагревательного элемента стала максимально большой.